Для восходящих и лунных скорпионов этот транзит, транзит ретроградной Венеры, может проявляться тоже в первой части как возможность принести красоту, гармонию в работу, в социальную сферу, также лишний раз наряжаться на работу, это прекрасно. Вообще, если у вас есть возможность ходить на работу, надо наряжаться. Хорошо. Также может дать возможность там где-то подлатать какие-то неудачи, если они были на вашем пути. Вернуться в это место, в вашу ошибку условно, и заново проработать, исправить, и уже забыть о ней, идти вперед.